Всем привет! Вы смотрите «Черное море» каждый день, и это канал о погоде в Сочи, где каждый день я хожу на море и снимаю его для вас. Так что обязательно подписывайтесь на мой канал в Ютубе, в Яндекс.Дзене, ссылочки в описании. Сегодня 23 апреля. Вот такое вот необычное явление природное мы наблюдаем. Над морем у нас туман. С моря прямо чувствуется холод. Солнышко греет, море холодное и стоит туман. Сегодня суббота, народу очень много на пляже, отличная погода. Даже вот смотрите, еле видно шпиль. Интересно, как же было с утра. Есть люди, которые загорают уже. Так, очень-очень много народу сегодня. Все гуляют, наслаждаются морем, солнцем. Вот всю береговую линию заняли. Вот такая погода сегодня в Сочи. Так что обязательно подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки, оставляйте комментарии. И смотрите «Черное море» каждый день. Всем пока!